22 января в управление ГИБДД поступил звонок о том, что на федеральной трассе «Кавказ» водителем «Газели» был сбит человек. Владелец пассажирского транспорта скрылся с места происшествия. Прибывшая на место ДТП карета скорой помощи зафиксировала смерть гражданина Казбековского района. Как подметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения по городу Хасавюрт Абдулнасыр Тавбиев, это уже не первый случай наезда на пешехода с летальным исходом. Данный участок дороги, конечно, является опасным для пешеходов, потому что большой поток транспорта и, конечно, машины на скорости выезжают. За 2017 год у нас произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 6 человек. Из 17 происшествий 7 из них наезды на пешеходов. Это со смертельным исходом 3 человека и также получили телесные повреждения. В связи с тем хотелось бы обратиться к гражданам и пешеходам, и водителям, чтобы они были осторожны на дороге, правила, соблюдали правила дорожного движения, а также, конечно, соблюдали скоростной режим. Зачастую подобные наезды с летальным исходом происходят при несоблюдении правил дорожного движения. Как сообщил Абдулнасыр Тавбиев, сотрудниками правопорядка выясняются обстоятельства, проводятся следственные действия. Кадры с места ДТП были распространены на просторах интернета. В целях профилактики правонарушений сотрудниками ГИБДД России по городу Хасавюрт на регулярной основе проводятся в городе массовые проверки и рейдовые мероприятия, что отчасти снижает статистику дорожно-транспортных происшествий, подчеркнул Абдулнасыр Тавбиев. На сегодняшний день в городе ведется операция «Ремень». Граждан, не соблюдающих правила безопасности, привлекают к административным штрафам. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».